меня прадедушка на войне был, вот. То есть офицер? Ну, солдат. Папа, бизнесмен. А с маминой стороны там кто? Бабушки, прабабушки, прадедушки, знаете кого? Нет. Родословную свою знаете, своей семьи? Нет. Ну, наверное, только дедушка, бабушки. А вы расскажите о них, кто они были, как их звали? Ольга, бабушка, работает на космодроме в Байконуре. Угу. Вот. Вау, круто. А кем? Ну, по-моему, просто уборщицей. А дедушка? Дедушка, он умер, когда я маленькая была. Звали его Хамруддин. Так, а кем он был? Честно, не знаю, кем он работал. Это по стороне, со стороны матери, а со стороны отца не знаю. Ну, 17 век не знаю, но 18 где-то, да. У меня прапрапрабабушка была Василиса. А кто она была? Крестьяне. Ага. А дальше? Дальше? Потом бабушка, тоже они были крестьяне. Вот. А потом уже стали железнодорожниками. Были железнодорожники, остальные члены. Папа военнослужащий. Но он тоже выходец из крестьян. Мои дедушки два Николая, два инженера, как повезло. Технологичные такие профессии, строительные. То есть инженер в строительной сфере, да. А бабушки у меня воспитатели, так совпало. Вот, да. Обе тоже? Да, обе воспитатели. А как их зовут, бабушек? Ирина и Любовь. А мама у меня преподаватель английского языка, а папа у меня токарь.